Ладно, давай, хаешка. Ой, жестко попал, жестко попал. Очень жестко попал. Я. Окей. Смотри. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня ваша любимая рубрика «Обмен скинами», и я не один. Лембо. Здорово всем. Здорово всем. Короче, мужики, прямо сейчас прожмите по лайку, а мы погнали переходить в разные войсы. Погнали. Играем на ваши инвентари, мужики, сначала. Окей. Все, пацаны, удачи вам. Бро, я плантить уже? Но она вам не поможет. Бро, плантить? Я уже заплантил. Пленти, я их сейчас тёмки еще зарежу, бро. Ребята, правила этой рубрики крайне просты. Мы покупаем дроп для холдика и арткула, а холдик и арткул покупают дроп для нас с тобой. Ааа, я пока правила рассказывал! Это чё, закидало? Давай! Режь! Брат, я дефюжу! Да, дефюз, ты, надеюсь, купил дефуза? Нет! Брат, это Габелла! Это Габелла! Кентух, давай, брат. У него нет оружия, у него нож. Я знаю. Дядь, мне страшно, что делать. Абовин, дай пару советов. Нам надо хаешку брать в следующий раунд для себя. Спасибо. А ну, не убивай, пусть дефюзит. Сюда, перхоть! Давай! Он тебя чуть не зарезал. Надо было тебе просто байтить, не убивать его и бегать. Ну первый раунд уже классный, бро. Это, кстати, это за прошлый ролик. Ребят, вы помните, да, как они нечестно играли? Брат, я думаю, давай их за это накажем. И в этом раунде, знаешь, им оставим. Не, давай хаешкой надо, просто хаешка, как мы вас с тиктаком не прощали. А, не, брат, хаешка это обязательно. Подожди, давай их накажем под газом. Юспы оставим им, и все. Или им один юсп. Не, ну давай два, мы добрые. Два юспа, Генесса, брат. И бери хаешечку, ща им дадим по попочке. Бро, закупай сразу это снаряжение, бро. Что-то надо взять. Я, наверное, P350 возьму на всякий случай. Чувствую, они нам ничего не оставят. На счет три готов кидать! Раскидочками трулюблено! Вот, отсюда. Сюда, ждем их потихоньку. Все, ждем. Тише. Бегут! По лонгу! А через мид бегут! Сзади. А-а-а! Стой. Готов кидать на счет три. Алло! А чего они тут сидят? Что вы делаете, пацаны? Интересно, чем они сейчас думают? Кидай! Вон он! А, они нас камят, что за фигня? Давай я сгорю, чтобы было честно. Это был? В смоке дефай. Смотри! Брат, я по брейну играю. Давай. Прикинь, выйдет, и я прору. Они тут два юспа Genesis оставили. Так, я выбираю сейчас, какой лучше. Вот этот лучше. Брат, а что это за изи каточка, слышишь? Они вообще играют там? Что? Он за дефал. Боже, я тут скины выбирал, он задефал. Урод. Боже, забайтили, как лоха. Брат, давай сейчас скинем дроп и максимально быстро побежим. О, М40! Давай посмотрим, насколько не настоящие лягушки. Брат, не забывай покупать дифюза. Да, и... Давай, я погнали, родной. Ой, Абовин, блин! Хэштег не заражай нас! А вы что, думали, будет хэштег выздоравливай? М40 для Абовина просто. М40, конечно, М40 оставляем. Я вас понял, ребята. Что-то так угарно было, в тёмке захожу. Сидят вдвоём. Выжидаем их жестко. Да, братка, выжидаем, они ещё опять заплентят. Кидай. Кинул хае, давай, родной. На нафиг попал жестко. На нафиг, просто пробежались мужики. А, хаешка, бро! Алло! Это Данёк выкидывает. О, они тоже М40 скинули, прикинь. Дядя, чё ты правила нарушаешь, Абова? Они плентили, я мог уже... Если они плентят, они, значит, уже все, готовы к игре. Он меня зарезал, да, я специально даже её отдал. Он тебя зарежет, я сбру. Тоже М40 оставили? Да, ты видел, что я дал? Вот это я жесткий. У них тактика появилась, блин. Ну все, ну ты... Ну зачем ты к ним в тёмку пошел? Ты видишь, из-за этого мы проиграли. Надо было пачку ставить сразу. Не бегай с ними за ножом, это все, это не смешно. Хорошо, все, окей, давай. Брат, а расскажи твою легендарную фразу про М40. М40 как нож, стреляет как нож. Алем. Не, брат, там другая фраза была. М40 как нож, она стреляет как нож. А, М40 реально не стреляет, а режет. Или что? Это была... А твой авик, М40. О, брат, это что? Хэштег?
Какой не хэштег? Погано. Конечно, не погано, помню, должен выкупаться все хэштеги. Мой ты родненький. А что им оставить только, чтобы они точно не выиграли? Маг 10. Слушай, ну МП5 тоже неплохое оружие. Все, давай. А я беру хаешку и молик. Просто на пачку буду кидать. Брат, бросай флешку, кого слепит тот бот. Блин, меня слепило. На нафиг, я попал вроде. Дядь, ты бери оружие! А Боба, ты что делаешь? Тихо-тихо, я их вычисляю. Не это, Боба, я тебя прошу, только не это! Так, хорошо. А Бовина нонскопом, потому что, ну, да. Брат, ну, что такое? А не с авик... Откуда у него авик? Он же не побежал за ним, чё это? Так мы же скинули авики. Дай мне мотивации, пару слов мотивации. Брат мой, хаяшечку, как говорится, надо купить, но не выкинуть. Надо в следующий раз вместе со мной реализовывать ее. Брат, у меня звуки забывались с игры, что происходит? Тащи, можешь отключить. Телефонную просто. Брат, я считаю, это хэштег не по-мужски. Стой, мне ноускоп надо, ноускоп. Найс. Хороший ноускоп, бро. Это ноускоп был. Я тебе не время, просто не время, я тебя прошу. Напиши им, чтобы не пленки. На, просто идеально. Меня не простили. А, папа, я прошу тебя, не время. А, тут... Алло, какая... По-моему. Он что, вылетел? Великий стендов, пожалуйста, ты так не вовремя залагал, ты даже не представляешь. Ой, давай что-то поприкалываемся над ним. Стой, да, надо было... Блин, а как? Мы не видим, сколько хп мы ему оставляем, да? По ногам стреляй. Давай. О, я могу по... А, он вышел. От стыда ливнул. Абовин, если будешь жестко играть, я тебе инвайтну маслята. Так уж и быть, братик. Бесплатно маслята. Да. Стендов 2, моя любимая игра. О, чё я как-то забрал у пацанов за стенкой? Я не понимаю, что у них происходит, ребята, но я сейчас захожу, остается ровно 10 секунд, и прямо сейчас буду поднимать меты. Я дефуза забыл купить. Ой, хорош, Данёчек, лучший. О, а как он тебя убил? Ну вот, я отдался. Слушай, а кентуха-то не на проводе, бро, до сих пор. В своем же ролике. Ну, им уже нас не камбэкнуть, это уже нереально, все. О, я успел, ура! Найс! Не забывай хаешки. В честь того, что я вылетел, я куплю себе бронежилет и все. Слышишь, а Боба, иди на респу, а я же сяду в ребрах. Не гони, я гений. Надеюсь, я не перечеканят. Ай. Смотри. Ах ты, козел! Давай я с дигла попробую. Давай. А только они все здесь, они походу не шли за оружием вообще, они походу с ножами. Брат, прячься. Остался один аркул. Он ноу хп, если чё. Слышь, а чему они там с дропа сбросили? Чё-то хорошее? Он пытается попасть в меня. Иди в ребра, если можешь, в ребра, вот с двух сторон станем. Он пытается попасть в меня. Иди в ребра, Боба! Давай сейчас, давай, на счет 3, я его буду отвлекать, готов в ребра? Давай, я его. Раз, два, три, погнали, в ребра! Ай, за стенкой. Вот так вот, все. Голову обовину поставил. Тише. Тише. Слышишь? Я погнал по дроп. А у тебя есть диффуза? А, нет, у тебя диффуза, забей. Я дал минус 2, красота-то какая. Не, я знал, что ладно. Он сейчас там орёт по-любому. Смотри, что есть. Главное закупай хаешки. Брат, понятно, давай им дадим нормальный дроп. Ну реально, потому что подписчики в комментариях постоянно пишут, что мы даем неплохой дроп и постоянно меня обзывают. Меня надеялись, что меня называют Пепой, брат. Скажи, кто я? Как говорится, Пепес. Кто я? Я Пепес, поняли? Я не Пепа. Так, хорошо. Что им оставить? Ну что, пацаны, ну что? Ну да, давайте Стаса оставлю вам, Стас. Стаса Октопуса? Борецкого. Ладно. Готовься хаешку, надо идеально попасть в двоих. Давай, готов? Раз, два, три. Опа. Давай! А, они тут! Блин, эх, моликом сожгем, стой, я молик. Дядь, меня забрали, этого было! Давай, родной. Ай. А Боба, мне кажется, мы забыли про кое-что. Надо же дроп забирать. Погнали, сейчас дроп заберем. Без хаешек, погнали, реально, ну пошел уже это. Только закупи им хаешки и все остальное. Да ты надоел с этими хаешками, ты какой-то хаешкоман. Дядь, погнали, все, бежим. Не, реально, бежим. Брат, бежим, это приказ. Кто последний, тот и Пепа. Блин, я последний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Родной, бежим. Давай, погнали. А Боба, ты! Я ЛХПшный. Ну понятно, как обычно. О, слушай, им хороший дроп скинули, и скинули АКР-12, прикинь. А прикинь, еще кого-то прострелю. Нет, нереально. Мужик, они заплатили нам Габелла, погнали двоем. Я щекнул.
Ой, хорошенько. Нифига, он застрял в дверях. Это чё? А, в натуре! Мужик, он в ребрах сидит, где-то ныкается. Влетаем! Время, время, время! На нож. Ай, почти! Там бы секунды не хватило! Я ж говорю, он на стриме, он на стриме. Нифига он сальто сделал. Давай на нож. Время в ребрах. Мужик, время! Опа! Давай, быстрее, 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 родной! Надо сейвить надо. Вот и помер дед Максим, только Бобин остался с ним. Ну а если вам нужна галдишечка, она вам по-любому нужна, ну по-любому, то рекомендую залететь на булдропщик, потому что булдропщик это топовый дропщик, тем более там добавили новый ивент, матчи Крампуса, получай ману, эту ману обменивай на топовые скины. И это не все, сверху на башку есть два секретных слова, ты их вводишь и забираешь свои призы, первое слово на секрет. Процентик. А второе слово на бесплатный подарок. Прикинь, как это круто. Все нужные ссылочки я снизу, а мы идем дальше. Мужик, знаешь, мне кажется, в чем наша с тобой проблема? В том, что ты не берешь дроп, а уже замучился мехаешками вонючими. Понимаешь? Так мы сейчас смотри, мы сейчас будем по их тактике сразу понять, как они делали, и все, чтобы у нас. А потом дроп будем забирать. Да. Ну давай. Так, окей, ну что, что им оставить? Ну пускай вот это пускай будет. Пускай будет вот это. Ну вот так вот, пускай. Что им еще оставить? Все, что можно оставить, мы оставили. Мужик, давай в первом раунде нормально типы сбросим им. Давай глок и в смок. Ящик. Не, Боба, я манал просто смок. Уважаемые подписчики, если что, это все идея Бобы, поэтому не надо писать, что я крысак. На, нафиг, идеально, вдвоих, давай, твоя хаешка нужна. Дядька, моя хаешка, погнали дроп забирать, ты пленте быстрее, все, погнали. 5 хп, кайф. Сколько? 5. Блин. Но они там на одно попадание можешь забирать, если что их. О-о-о, тут сколько дропа, это имба 5-7 скинули, прикинь. Слышь, они не то... Тёмка топают! Тёмка есть. О. Хорош. Да! Ай, хорошо-то как. Ладно. Ну что им оставить? Ну, давай юм поставлю, чтобы они вот так стреляли. Братик, ты посмотри, я им оставляю М40, я им оставляю 5-7. А что ты им оставил? Дым! Ах ты, говнючела! Хоть жесткий прикол. Сейчас по кому-то жесткой хаешке попаду. Промазал-то. Брат, я попал, в смысле промазал. Так, а что на мистро поставили? Зашибись, дробаши и юмпиш. Ты что будешь? Выбирай. Давай, ты как король дробаша, ты должен брать. Давай, родняй! Ты же курица, что это будет изи вин с дробашами. Давай. Пуэнти. Надо их призвать пуэнтом. Они тут! Они идут, пушат меня, хлопни, ты где? А, папа! Фух, минус вот. Холдик. А, что? 92. Давай запрячемся, прячься. Ты видишь, где я? Я отвлекаю их, давай. Давай, родной, прячемся. Братики, сейчас он выходит дефьюзит, и ему на по шапке. Главное, чтобы... Тише, он слева, я слышу. Готов? 3, 2, 1. Да! Как же это было красиво, слушай. Ну почти, это было рядом. Ну это прям легендарнейший камбэк. Брат, это такой же легендарный камбэк, как и моя игра в маслятах. Найс. Так, ладно, все, пора собраться, значит, я им оставляю, значит, блин. Ну ладно, давай спаса еще дам шанс последний. И дефью заберу. А давай прикол, запрячемся у них на респе. Иди сюда, запрячемся у них на респе в дыму. Давай, прячься. Давай. Тише, я тут. Так, меня не спалили. Давай, забирай их. Забрал! А где? О! Он в смоку сидел! Мужик меня был, он где-то тут рядышком, я это чувствую. Беги отсюда. Не, подожди, они меня спалили или нет, что я тут, как думаешь? Не, они не заметили, это стелс был. Интересно, чем он, у него там дроп есть, интересно или нет? Ага, он увидел тебя, А-а-а, он там, отстань! Хардкул, подожди, о, смотри, хочешь прикол жесткий? Смотри. Что-то не перекинуться тут, по-моему. Блин! Я не могу туда, понял, чтобы он видел, как оно вылетает. Как душа, чем они сейчас говорят. И подбирай в воздухе, чтобы он видел это. Они мне дроп скинули, я бегу. Не-не-не, не надо, мужик, не надо, даже не думай. У меня жена и трое детей будущих. Дал тебе оружие и убежал. Ору. Ля сканер, блин. Ля-л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 я. Все, поехали. Опа, он близко. Тише. Давай. Ой, сзади. Что?
А ты не мог это раньше сказать? Так я думал, ты с наушниками играешь. Да я с наушниками. Что у тебя бракованы? А слышишь, а сколько стоят твои наушники? 3000. 3000? А что у тебя за наушники? HyperX. Да а как они дешево стоят? А у тебя проводные или беспроводные? Проводные. А, так это тоже HyperX. Вот это, подожди, у тебя тоже такие красненькие, да? У меня серые. Ты что, бушные брал? Не. У меня Stinger наушники, HyperX Stinger. А, ну панели, родной панели. Короче, самые дешевые есть, да, если за 3000. Плюс, плюс. Брат, давай, хаешкой. Ой, жесткий попал, жестко попал. Очень жестко попал. А Бомин опять! Опять за старые! Я... Окей. Дядь, ну ты реально надоел. Ну, может, хватит уже? Ты в прошлой рубрике. Мотивацию поднять на... Что? И ты опять за старая боба! Повторяем легендарные хаешки. Брат, видел бы там комментарий, там все так угорались, того, как ты ржал. Дядь, пишет, я первый в жизни вижу такого Бомина. Так я легендарный этот в хаешечку реализовал, это баскетбол Майкла Джордана. Так, окей, я через мид пойду. Я вылетел. Запомните этого парня таким молодым, как он есть. О, чувак, а что это такое? Подожди, ребята, а как это называется? Кто знает, как называется эта болезнь? Забрал, забрал! Блин, а что они? А чего они не ставят? Я забрал кого-то? Да я забрал, ты как забрал? Слышь, ты будешь как приманка, ты будешь как приманка, я буду прятаться за тобой. Сейчас так по тебе будут стрелять, а я разменяю. Блин, а чего они не ставили? А, Бомин вылетел. О нет, о нет, о нет! Сладенький ты мой, я слышу он слева. Он прям тут, я уверен в этом. Да! Блин, калаш лежал, надо было калаш брать. Ладно. Это имба, брат, наказали. Счет 7-7 и надеюсь, а Боба? Че там? А Боба, ты еще не зашел еще? Не, это клаш легендарный для тебя. Такой легендарный клаш, слышишь? Давай заходи, ты че, мужик? Не ссы, как говорится. Как говорится, так не говорится. Ну что ему оставить? Всем точно нужно скинуть, вот это точно не помешает. Давай хабом. Брат, я бросил дым просто и побежал через мид, чтобы они меня не замочили. Опа, они с тобой выехали. Ой, они тебя угрожают. Нет! Не останавливайся. Да они бегут за мной или нет, как думаешь? Они бегут за мной! Отстаньте! О, бери, бери, разворачивайся на развороте. Как ты выжил, он уже близко был к тебе. Ты видел, как это было опасно? Ребят, прожмите лайк за это, обязательно подпишитесь. Ребята, тактика Пиксель. Что ты знаешь про тактику Пиксель? Расскажи, пожалуйста, с тобой. Знаю, что это твоя фирменная тактика. Смотри, родной. Если я сольюсь при помощи этой тактики, называй меня нубом и перхотью до конца этого видео. И всем в чате тоже разрешаю. Братва, нереально слиться при помощи этой тактики. Опа, справа слышал. Иди справа, быстрее. Смотри. Боже, он вообще не слышит, ладно. Брат, я играю в 3КД. Как ты знал, что он так сделает с ножом? Ну в этот раз ты мне сказал хотя бы вовремя, что сзади кто-то есть. Вот и услышал. Родной, давай, чтобы никто не писал, что мы вонючие нубы, Крисенштейн и так далее. Давай, братик, мы сейчас скинем хороший дроп. Хороший дроп! Хаешечку, хаешечку. Не, ну брат, ну это само собой. Естественно. И давай его так бросим молик на проход. А смотри, им пробежать некуда. Готов? К жесткому рофлу. Давай, давай, раз, давай, два, три. Ну куда ты кинул ее, он? Попал? Да вот, нет. Брат, это было очень плачевно. А Бомин, ты где? Они нам ничего не скинули. Они нам ничего... ты не должен был видеть скины. А ну-ка, сейчас прострел реализую. Давай, братик, давай. Что они? Нет! Откуда они тут заспавнились? Вот и все. Вот и все. Холдик, мужик, ты че? Мы так не договаривались, ты что творишь? Так, мне хватает по моему закупу только на хаешку. Мне на ПТР 50 максимум хватает, если что. Ну нормально, я думаю, хватит. Сломал. Ой, идеально, как мы гении этой игры. Ой, стоп, я им дроп не скинул. Вот они так 9 пусть поиграют с ним. Хорош, бро. Нас, я его на все ХП заналечу. Давай, кидай. Готов? 3, 2, 1. Давай, давай! Капец, ты его в космос запустил, видел? Опа, М40 мне, пожалуй. Где моя? А, во. Брат, ты уверен, что ты будешь М40? У меня есть для тебя подарок, ну-ка можешь подойти ко мне? О, Настя.
Почти попал. Брат, давай так, я хочу проверить, насколько ты реально кибер с М40. Помнишь, я когда на турнире снимал такой видос, говорю, мне кажется, что М40, Шабоин с М40 играет только на видео. Так круто. Давайте посмотрим, как Абоин играет в реальной жизни. Это прямо сейчас не постанова, 100% реальность. Один сайту, второй планет. Давай. А, сзади холдик! Брат, давай. Хана ему, я готов. Давай, мужик. Давай, мужик, нет! Хорош, хорош. Ты доказал то, что ты достоин играть с М40, мужик. Абовин не прощает. Давай, 2 М40 оставляем. Да, все, вот так вот, хватит им, пусть на двоих делят это оружие. Короче, брат, смотри, я прям сейчас хотел бы тебе дать небольшую мотивацию. Хаешечку не забудь. Подожди, а мотивацию, мужик? Давай, подожди, ты можешь посмотреть мне в глаза? Ё-моё, М40! Ой! Ты чё? Ах, всё. Пачка у меня. Я мискликнул, я хаешку кидал. Я хаешку кидал, у меня без той хаешки нож нажался. Это чё? Абовин уже не может без нарушения правил. А что это такое? В смысле у меня М40? Так это, с кайфом. Там лоу хпшный, я в него хаешкой попал, если чё, последнего. А ты можешь мне вкратце рассказать, как правильно с М40 давать жесткие киллы? О, это моя, кстати. Кстати, они мою скин. А, стой, они не скинули дроп. Дядя, брюд, срочно, как играть с М40, научи! У меня 5 секунд. Они не скинули дроп, ты без дропа, у тебя только нож. Да в смысле, они твой подобрали и скинули его. Так это нельзя, там же, по идее, только с. Не, можно, брат, просто скажи мне только, это быстренько играть с М40. Давай. Короче, беги просто и стреляй. Тебе пока только так можно. Твою налево! Абовин! Тактика не рабочая! На кулак ударься! Ру просто! Все, дядь! 9-9, мы сейчас опять проиграем, я не могу второй раз подряд на видео обмен скинами проиграть. Чё, блин, я спас беру, это для тачек своим. Берешь или даешь? МП7 я скину МП7. ФАМАС. Юстик. У меня как раз ФАМАС без скина, то что надо, пацаны. Короче, я им дам инфал. Все, мужик, погнали, быстрее, время, деньги. Главное, чтобы ничем по нам хаешками не бросили, это будет... Вот они тут, они тут, надо хаешкой закончить. Такую хаешкой закончить, дядь, ничем по нам закончит хаешкой, быстрее бежим. Фух, я жив, хорошо, найс. Меня окружают. Братик, я взял, они сбросили ФАМАС, это имба, ФАМАС USP. Хана, за мной выехали, дипуэнти быстрее, нас окружают уже. Все, Нарс, он не успеет взять. Кого окружают? Иди быстрее, занимай позиции все жесткие. Тише, пленти. Я заплентил, ты где? Я иду тащить. Тише, они тут! Оп, первый. Оп, второй. Да! Изови, да! Хэштег! А Боба Кент тащер. Да он с инфой играет, читы, я такое не прощаю. Брат, а что это плохо играл? 4 килла всего лишь. Так этот, меня просто грабнули его все. Он не прошел проверку на бота, да? Братве, ну что же, как обычно, команда Кента ПК и команда Абовина, то есть команда Пепис, команда Пеп или команда Перхоти победила. Команда Бравл Старса проиграла. Мы возьмем реванш. Да. Ну что, мужики, спасибо большое, что залетели. Но вы, можно, зрители, прямо сейчас прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал. На канал, ребят, и напишите любой хороший комментарий, кого позвать следующего. Пишите. Всем пока-пока. Покеда.